приветище! Ты только посмотри, кого мы здесь поймали! Это же золотой гордо! Ё-моё! Глазам своим не верю! Наконец-то я тебя поймал! Я обычных-то золотых слаймов редко вижу, а тебя так вообще впервые! Бомбезный ты штука, здоровенный, блин! Какой же он золотой! У меня аж в глазах все залепило! Так, у меня, между прочим, есть золотистый имбирь один. Вот он. Да, жуткий овощ, но благодаря него я тебя поймал. Значит так, очень много было комментариев о том, что я тупица, нужно было золотой имбирь посадить. На самом деле это не так. Давай зайдем в Википедию, точнее, в Википедию, Слаймопедию, оговорочки по Фрейду. Смотри, что же там говорится про золотистый имбирь? Золотистый имбирь не может быть размножен на участке. Вот так вот. Его нельзя посадить. Но мы же люди-то упертые с тобой. Так что пойдем попробуем его посадить. Иначе ты меня не простишь. Так, значит, покупаем этот мусоросжигатель и сжигаем этот золотистый имбирь к чертям. Хе-хе, да не, шучу. Участок земли покупаем. Вот. И пуляем сюда золотистый имбирь. Ага, видал, да, он даже туда не влазит. Он слишком здоровый. Как бы я его туда не пихал, как бы я его не садил в этот участок, всаживайся. Не всадить, ни его не посадить, ни взрастить. Увы, ах. Так что уничтожаем этот участок. Поэтому, чтобы накормить вот это золотистое чудо, нужно немного попотеть и поискать еще золотистых имбирей. Пару штучек нам нужно. Один у нас уже есть, давай же им накормим. Вот так. О, как он быстро вырос. -то. Смотри, какой уже большой стал. Блин, я уж на него без джетпака-то не взлазю. Значит так, наша тактика. А, подожди. Тактику я тебе потом расскажу. Мы сегодня его по-любому с тобой бомбанем. Это я тебе 100% гарантирую. Мне нужно сейчас разобраться со своими пчелами. Дело в том, что я тогда накосячил в прошлой серии. Сейчас заправим их. Так. О, готово. Мне нужно вот эту вот пчелку немножечко цель поменять. Чтобы она собирала плорты не в загонах, а с плортосборников. Вот так. И пункт сдачи это плорт маркет. Все, активировал. Готово. Вот теперь она будет заниматься нормальным делом. О, собирает, молодец. По 50 плортов она может максимум утащить с собой. Если она возьмет больше, то она будет пузом волочиться по земле. И ты уже, наверное, заметил, я их немножечко перекрасил. Давай, давай, красотка, сдавай. Пойдем-ка зайдем ко мне домой. Там обновочка новенькая, крутая появилась. Смотри какая. Обновление лабораторий. Ух, я ж даже не знаю, что там сейчас обновится-то. И золотой меткий выстрел. Я надеюсь, что теперь я смогу стрелять по золотым слаймам. Что ж, покупаем. Эскиз бура для гиганта. Я боюсь представить, что из себя этот бур представляет. И вот это обновление стоит 120 тысяч монет. Ну да, есть типа куда стремить. Сладенько, возвращаемся. Зайдем сейчас вот сюда. Нет ли здесь у нас каких-нибудь новеньких апгрейдиков? Нету нифига. Бомжуем. Мы с тобой бомжуем. А, нет, у нас же город золотой, так что мы сейчас с тобой разбогатеем. А что будет, если я в него сейчас пульну? А, нифига не будет. Так, значит, что делаем? Пойдем-ка сейчас сходим к Моти в гости. Мотище, Моти. Ты мне тут обещала свое ранчо отдать. Мне нужно буквально 2 плорта ей принести, донести, и все будет замечательно. Так что пошли сейчас донесем 2 оставшихся. Щемись, ртутные слаймы! Догоняешь. О, нифига себе, сколько вас тут! А ну-ка! Плорты, плорты, плорты! Отдайте все мне плорты! А-та-та, зайчухи! А ну стоять, ушаны! Получайте! И ты получи. А, блин, один. И ты получи. Убегу я с вами в Душамбе. В Душамбе или в Улан-Удэ. Нитро закончилось. Вот ёкарный. Так, кольца я не буду брать. Давай уже, время заканчивайся. У меня 33 плорта, мне это хватит, в принципе. Ушаны! Смотри, сколько их. О, все, время закончилось. Огонь, пошли. Пошли отбирать у Моти ранчо. Моти, давай свое ранчо. Ну-ка, давай с ней поболтаем. Так, так, так. Теперь ты гордая владелица поместья Моти. Твой статус поднимается не по дням, а по часам. Да я как бы знал. Возможно, тебе повезет. Я однажды даже приеду в гости, чтобы посмотреть, что ты с этим местом делаешь. Исключительно с этой целью. Это лишь бизнес. Ой, 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 ой. Все, у меня просто сейчас рука-лицо, фейспалм. Ты знаешь, я обычно ни с кем не работаю. Я не хочу помощи. Она мне не нужна. Какая же ты гордая, Моти.
Знаешь, ну это было даже не так уж и плохо. Было мило поговорить с кем-нибудь, кто почти так же талантлив, как и я. О-о-о, сними корону с головы. Это меня привело к мысли, может мы с тобой всего лишь две курицы здесь в курятнике, а может и нет, возможно. Вот насчет куриц я знаю, что ты точно курица, но я нет. Возможно, я построю здесь империю, которая будет чем-то таким, о чем мой отец даже не мечтал. И возможно, возможно, я это сделаю для себя, не для кого-то другого, потому что я поняла, что единственный человек, из-за которого стоит жить, это ты сам. Черт, может однажды мы даже станем партнерами, Беатрикс, но не сегодня. Чё ты мне язык показываешь? Офигела, что ли? Казень. А теперь вали отсюда. Воу-воу-воу, полегче. Это мое поместье, давай ты вали отсюда. У тебя появилось новое расширение ранчо, которым надо заниматься. Я буду платить тебе за ртутные плорты, если у тебя хватит храбрости их собирать. Чао-какао. Давай, бомбита, вали отсюда. Наконец-то. Наконец-то это мое ранчо. Пойдем прошвырнемся, посмотрим, что у нас тут крутого есть. Да, прикинь, я теперь здесь могу ходить, это мое место, юху! Блин, а здесь прикольненько, слушай. Чем-то напоминает азиатскую тему. Тут вон, какая-то статуя непонятная, типа равновесия. Вон, видишь, как камни расположены. Ну вот, теперь у меня еще одно ранчо. И что ж мне здесь делать, кого разводить? Ладненько, я еще подумаю над ранчо Моти, мне в принципе своего хватает, а здесь... Ну, не знаю, может, в аренду кому буду сдавать. В общем, что-нибудь придумаю. Ох-ох-ох-ох. О-о-о-о, тихо, квантовый. Стопэ. Я никому не разрешал телепортироваться. А, кстати, да. В комментариях мне дали одну подсказочку, что с ними сделать, чтобы они так не буйствовали. Пойдем-ка. Значит, нам нужно купить игрушку для квантовых слаймиков. Где она здесь? Вот, наверное... Кубик Рубик, да? Кубик головоломка снижает степень беспокойства находящихся неподалеку слаймов, особенно квантовых слаймов, которые уже одновременно и решили, и не решили ее. Как-то сложно, и решили, и не решили. Так, вот он. Вот он, этот кубик. Виу! Пойдем-ка сейчас закинем его. Этим квантовым слаймом. Эй, Чунгачкуки! А ну-ка, поиграйте-ка. Блин, кажется, они сейчас... Сейчас улетят отсюда. Вот, смотри, смотри, они пытаются убежать. Ну-ка, проверим. Смотри, сколько их там. Телепортну... Опа! Действительно, игруха помогает. Спасибо вам за этот комментарий, товарищи. Что бы я без него делал? А то они мне уже весь мозг вынесли. Они постоянно сбегали с этого загона. А тем временем я в пустыне пошарился и нашел еще один золотистый имбирь. Ну что ж, давай закинем этот золотистый имбирь нашему золотому горду. Лови плюху! О, еще больше стал, блин. Какой у тебя огроменный рот. Слушай, если постараться, наверное, я смогу внутрь к нему залезть. Ах, да, мы же купили обновление для лабораторий. Пойдем-ка посмотрим, что там у нас новенькое появилось. Воу-воу, что это за цистерна наверху? Смотри-ка, этого раньше не было. Сколько... И вон там тоже добавилась какая-то штукенция. Ну-ка, пошли-ка. Так, здесь вроде бы без изменений. Никаких новшеств. Давай сюда заглянем. Пусть-то. А тут? Ну, раз здесь тоже ничего интересненького нет, давай тогда замутим пчелу. Пчелу изготавливаем. Пчелу я хочу разместить где-нибудь здесь. Оказывается, что пчелы далеко от своего цветка не отлетают. Поэтому до сюда те две пчелы не долетают. Так что сюда посадим цветочек с пчелой. Свой. Вот сюда, наверное. Установить. Ну вот. Пчела есть. Осталось только ее настроить. Цель, значит. Плорты. Источник у нас. Плортосборник. И пункт назначения. Плорт-маркет. Активировать. Все. Давай, жужа. Мычи. Мне кажется, что плортосборник с другой стороны, чувак. Чё ты на него смотришь? Кажись, пчела сломалась. Мне бракованную подсунули. Дружище. Давай я тебя подтолкну. Чё за дела-то вообще? Наконец-то он его облетел. Ну-ка. Проверим, как она будет сюда сдавать или нет. Огонь. Всё сдается, всё работает. Ну всё, Огден. Прощайся со своим ранчо. Я притарабанил тебе... Кукадобу! Юху!
О божечки, ой-ой-ой-ой-ой, это очень много кукодобы. Теперь я смогу еще долгие годы пробовать все это. Сытный пирог из кукодобы и пастернака, варенье из сладкой кукодобы. О, омлет из кукодобы с яйцами крашеных куриц. Боже мой, как же ты на них помешан, на этих кукодобу. Ты мне сделала такой подарок, Беатрикс. Я тебе очень благодарен. Убежище Огдена теперь принадлежит тебе. И ты можешь пользоваться, как твоей душе заблагорассудится. Спасибо, Огден. Ты очень добр. Но помни, если ты захочешь дальше разведывать дебри и приносить мне кукодобу, я буду рад платить тебе за это тофу. И еще раз благодарю тебя, Беатрикс. Было здорово с тобой поработать и иметь возможность поболтать с кем-нибудь. Жизнь в запределье прекрасна, но можно почувствовать себя немного одиноким, если вокруг никого и память о былом тебя не отпускает. Хорошо знать, что есть кто-то рядом, даже если все, что он может сделать, это время от времени выслушать. Ну да-да, у меня от тебя и от мать уже уши завяли. Спасибо тебе, Беатрикс, за то, что ты меня выслушала. А сейчас давай вернемся к работе. Ну что, Огден, давай посмотрим, что у тебя здесь за ранчо такое. Вон оно, это дерево. Дерево в капсуле, до которого я все хотел и мечтал добраться, и тут оказывается ничего такого интересного. Да, мне кажется, что у Огдена раньше немножко поинтереснее, чем у Моти, но оно и в то же время поменьше. Даже не знаю, что мне теперь... О, что это такое светящееся? Даже не знаю, что мне теперь делать с двумя ранчо. О, зелененький! Открываем. Надо у Моти тоже поискать тайники. Отлично, сколько всего ценного ты вывалилось. Интересно, а чего это оно там шевелится, если оно в куполе? Туда ж ветер не попадает. А, это же бесконечный запредель, здесь чего хочешь, может быть. Ладно, настало время найти еще один... О, подожди, там что-то было. Что это там было? А ну-ка, нифига. Обман зрения. В общем, на чем я остановился? А, настало время найти последний золотистый мир и бомбануть нашего золотого города. Моей радости нет предела, встану я на цветок, ведь я нашел золотой имбирек. Хо-хо! Я офигел на самом деле, когда его нашел. Он был так спрятан, ууу, господи. В общем, ладно, давай уж наконец-то накормим его и бомбанем. Лови плюху! Воу-воу-воу, тихо! Воу, сколько их! Сколько их! Сколько их! Надо пулять в них чем-нибудь! Надо стрелять! А-а-а, они исчезли уже, все. Хэт-трикс я выбил коробкой. Получил буквально... Опа, опачки, нифига себе это. Ты откуда взялся, дружище? А ну давай, вали с моей фермы. Мне тут лишних ртов не нужно. Блин, почему у меня луч не сработал? Я стрелял в этих золотистых слаймов лучом, а он не сработал. Нафига я тогда купил апгрейд? Золотой снайпер, или как он там называется в самом начале. Ладно, забираем золотой плорт. И давай взорвем эти коробки. Опа, курицы. И, о, вот это нормально, это нужно. Ну, как бы вот и все, ловушки нет, города нет. Я немножечко большего ожидал, но что есть, то есть. Пойдем-ка попробуем. В прошлый раз, когда я кормил золотым плорта слаймов, я кормил Ларга. Вы сказали, да ну, Ларга не будет его, конечно же, он уже скрещенный. Ну вот, давай проверим на обычных слаймах. Так, слаймики, вот вам золотистый, точнее золотой плорт. Лови. Да стой ты на месте. Лови плорт. Вот так, ребят, понятно. Сколько бы я в них ни стрелял, они его все равно не съедят. Так что все, тема закрыта. Золотые плорты только на продажу. И никак иначе. Сижу я такой в лаборатории, думаю, чё бы смастерить. Думаю, дай-ка я сделаю розовую слаймовую лампу. Изготовить. И сейчас я куда-нибудь приспособлю. Установить. О-о-о. Ты глянь на него, это как лавовая лампа. Вот же ему там круто. Он там на своей волне, смотри, как растекается по всей лампе просто. Как же ему там здорово. Офигеть. Не зря я прикупил все-таки эту лавовую лампу. О, все. Солился с дном. Смотри, как его раздуло. Какой он там пузырь здоровый. Меня так вдохновила эта лавовая лампа, слаймовая лампа, что я решил посмотреть, что я еще могу сделать в своей лаборатории. Кольцо для слайма Бола. О, давно же мечтал об этом, и я могу это сделать как раз. Изготовить. Ух, сейчас поиграем в слайма Бол.
Блин, вот здесь поставить или не здесь? Загородить мне, наверное, вид вот этих статуй. А пофиг, пофиг на эти статуи. И... есть! Счет 0. Надо слаймиков набрать. Я сейчас мигом. Пузыри, кто хочет поиграть со мной в слаймобол? Точнее, я поиграю вами в слаймобол. Воу-воу-воу, сколько желающих. Ну что, ребята, откроем счет. Причем откроем счет розовыми слаймами. А ну-ка, давай вначале плортом пульном. И, блин, промазал. Да что ж такое-то? Да как так вообще? Да ну нафиг. Давай трехочковый. Сверху. Вот так вот. Не, это, конечно, было не по правилам. Давай слаймиком. Итак, первый пошел. Пониже надо взять. Ну-ну-ну. А, чё, мне стрелять надо в него? Блин, оно пока летает, нужно стрелять в него. Капец, у меня сейчас... Нет, только не курятник. Так, значит... Я, сейчас. Да что ж такое-то? Вот так, 2, 3, 4, 5. Блин, десяточку надо, десяточка. А если снизу? Не, снизу не прокатит. Я настоящий баскетболист, прирожденный, блин. Надо их отсюда убрать. А то они разбегутся тут. Где еще один был? Все, все. Тихо. Все, счет 11. Блин, где последний слайм? У меня их было 10. Куда ж он убежал, а? По-любому где-нибудь на ферме сейчас кайфует. Нашел себе слайма-леди и тусит с ней. Коктейльчик потягивает, а ладно. В общем, колечко зачетное. Пора слаймов распускать. Ребят, спасибо вам за игру. Всего хорошего. Хорошего настроения и пока. О, смотри, как слаймовая лампа светится. Она прям гипнотизирует меня. В общем, на сегодня я думаю, что все. Мы наконец-то нашли золотого города и бомбанули его. А также отобрали ранчо у двух фермеров. Теперь у нас два ранчо и фиг знает, что с ними делать. Вот, короче, хватит болтать. С тебя, кстати, лайкосик и комментосик под видосик. И не забывай подписываться, если ты еще не подписан. Тебе спасибо за просмотр. Желаю тебе удачки. Ну а я пошел на заслуженный отдых. Все, пока. Все, чао-какао. Увидимся в новой серии.